А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкая твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач целы. Обязательным элементом при проведении работ на Чернобыльской АЭС является безусловная гарантия здоровья всех, кто здесь трудится. Для этого ведется постоянный дозиметрический контроль. На всех этапах работ первый шаг навстречу опасности делали политработники и коммунисты, личным примером увлекая за собой других.